Как сделать интересную обычную стеклянную банку? Об этом хирчанам рассказали на мастер-классе. Жители научились витражной росписи. В деталях процесс объяснила мастер Людмила Соломатина. Сперва наносят контур, потом, когда он подсохнет, можно раскрашивать жидкими прозрачными красками. Чем мы будем заниматься? Это будет контурный заливной витраж. Что для этого мы делаем? То есть мы берем вот этими вот контурами, которые у нас будут в тюбельках, наносим контур. Это имитация свинцовой пайки. Подробную информацию о предстоящих мастер-классах можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химкинские интересные жители» на специальном сайте.